Очередные переговоры по формированию правительства окончились без результата. За одни министерства борются сразу несколько партий, за другие наоборот. Не хочет браться никто. Уже спустя полчаса после начала третьего раунда переговоров был объявлен получасовой перерыв. Представители партии удалились в свое бюро. Еще через полчаса заседание закончилось. По лицам участников, а также потому, как быстро они старались проскользнуть мимо журналистов, стало понятно, договориться не получилось. Правительство создается в нормальном режиме. Бывали случаи, когда правительство формировалось намного дольше и противоречивее. Основное разногласие сейчас существует между Союзом зеленых и крестьян и Национальным объединением. Они не могут поделить одно из министерств. Какое, не уточняется. Но, скорее всего, Министерство здравоохранения возглавит представитель единства под давлением товарищей по коалиции. Национальное объединение сказало, что это некорректно со стороны единства, что мы не сделали там реформы. Конечно, можем принять эти упреки, и, конечно, мы готовы и брать на себя ответственность и на здравоохранение. Но, я говорю, не достигнут окончательный распредел. По мнению единства, Министерством образования должен руководить представитель либо их партии, либо зеленых. Вопреки желанию нацблока взять это ведомство на себя, единство категорически против. Мы все-таки должны думать о том, чтобы и та политика, которая в образовании ведет национальное объединение, чтобы не вызвала каких-то внутренних сотрясений. И это тот фактор, который мы учитываем, поэтому и национальному объединению образование не предлагается. По скупой информации, которую все-таки удалось получить от участников переговоров, Минэкономики достанется СЗК. Каждая партия, уйдя домой, вновь обдумает озвученные здесь предложения. В понедельник новая старая коалиция снова соберется на переговоры. Несмотря на то, что к консенсусу партии так и не пришли, они готовы приступить уже к разработке правительственной декларации.